30-го числа, каждый месяц, это день защиты Полизека. И неравнодушные московские активисты собираются против ГУЛАГа Путина. Мы в центре Москвы, и эти люди выступают за защиту Полизека. Вот еще был многими стараниями защитников, адвокат его, у него сломанный позвоночник, то есть сломали позвоночник ему еще раньше, и в общем, именно после его жалоб вот на это избиение, у него завели новое дело, вот. Значит, после этого ему дали обвинительный приговор, добавили срок, то есть фактически это 4 месяца получается, а так 2 года. Вот. Ну, то есть там сложение какое-то идет. Свободу Мохнаткина. Вот. Но сейчас, самое главное, что сейчас Сергей Мохнаткин объявил голодовку в связи с тем, что, в общем, его не оставили на лечение, его опять переводят в зону. А у него плохое состояние физическое, у него, то есть он нуждается в лечении. И, в общем, он в связи вот с этим переводом объявил голодовку. Здоровье у него очень плохое, он очень нуждается в поддержке. Это его второй срок, неизвестно еще, то есть еще неизвестно, что может получить дальше, какие могут быть конфликты, потому что это человек, который постоянно борется за свои права. В общем, в колониях этого не любят, и то, что его сейчас переводят с лечением в плохом состоянии, это, опять же, очень почему, опасно. Почему не получает такой резонанс, как с Дадином дело? Ну, сейчас вообще очень много дел. Дадин, он, во-первых, он единственный заключенный был по статье 212 прим. 1, то есть все-таки то, что он единственный, то, что статья политическая именно по факту, да, то это, ну, то есть... То, что он сидит за пикет, это, я думаю, что тут сыграло роль. Плюс, конечно, компания, которую Настя Зотова организовала. Ну, а Мохнаткин, он сидит по обычной 318-й, по которой, в общем-то, сажают много людей. Поэтому труднее, я думаю, поэтому. Ясно. Смерть, скажи, что за пикет? Пару слов. Сегодня у нас день политзека, который мы в конце каждого месяца отмечаем. Вообще можно каждый день уже отмечать День политзека, потому что все время хватает людей. Вот. И самая, так сказать, модная статья – экстремизм, терроризм, все больше таких людей. Совершенно безосновательно людей хватают. Вот. Например, Эмиль Курбидзинов, это крымский адвокат, говорит, что скоро на каждого крымского татарина дело заведут. Но за экстремизм, терроризм и в Татарстане в прошлом месяце 19 человек, безосновательно. Ясно. А вот новый появился вот молодой человек Денис Бахолдин. Вот, это тоже экстремизм, терроризм. Вот по такому обвинению он был схвачен 3 месяца назад. Он находится в брянском СИЗО. Его пытают ФСБшники. Он занимает украинскую позицию, он проводил пикеты на Красной площади, его арестовывали против войны с Украиной. Вот. И под пытками из него добиваются нужных показаний. Адвокат Светлана Сидоркина говорит, что непонятно пока в связи с чем и что они там формулируют, но это какие-то экстремистские действия, ему грозит по меньшей мере до 6 лет. Вот. Теперь вот другая статья, переворачиваем. 318-я. Другая модная статья, по которой теперь арестовывают людей после митингов и значит, после акции «Антидемон» и после 12 июня. Вон, все, уходим. Все, сворачиваем, уходим. Их посадили, все, уходим, люди.
Je suis français, vous pouvez me dire ce qui se passe ici. Est-ce que vous comprenez le français? Je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe ici. Vous ne parlez pas français. Non. Donc vous venez. Вас задержат.
Alors pour les amis français qui nous regardent, vous pouvez voir comment on considère la liberté en Russie. Ces gens-là ont exprimé leur opinion et au bout de quelques minutes, peut-être même de quelques secondes, la police est arrivée, les a pourchassés, et les a arrêtés. Nous sommes ici dans un pays fasciste. Это задержание в день полизека. Это порядок фашистских стран середины прошлого века. Чтобы избавиться от фашизма, миллионы погибли. И сейчас он появляется в России при Путине. Alors, я хочу сказать, что это случилось. И в тот настоящий момент Марк Гальперин, он сидит у себя и зашили ему дело экстремизма. И он может получить 5 лет. Сейчас машины снова ходят. И женщины были задержаны за то, что они сказали, что они думают. Надо взять жесткие меры против Путина, Европы. Эти женщины, они держали в руке флаг Европы. И это сегодня, это преступление в России. Вы только что видели. Сейчас мы пойдем в отделение полиции, извините меня, чтобы узнать, чтобы подождать наших товарищей. Я прошу всем, пожалуйста, сделать перепост, чтобы узнали. Voilà, j'ai un travail aux antiques. Я боюсь, что остались, а не в первую часть. Да.
Пока я здесь, я скажу, что режим запрещает Навальному выступить кандидатом при президентских выборах. Alors, это не вопрос, быть или против Навального, но сегодня выборы, это сегодня кандидатура, и в том числе кандидатура Навального. А сейчас они хотят, как Навальный, он сидит в тюрьме, сейчас, вчера предупреждали ему, что он будет оставаться в тюрьме при окончании своего срока. На несколько лет, вероятно. Потому что хотя превратить приговор Кировлевс и Иви Роше из условного реальный срок. Путинский режим – это фашистский режим. Мы в центре Москвы, на Пушкинской площади. И сейчас мы идем на улице Петровка, перед ОВД, отделением ОВД, Тверской, где сейчас сидят наши друзья. Мы были 90-13 человек, сейчас мы 6 или 7, половина увезли. Alors, я хочу вам сказать, что 4 таких задержания автоматически превращаются в административные нарушения уголовное дело. И по статье 212.1 это уголовное дело карается 5 годами тюрьмы. 5 лет тюрьмы за то, что стоили мирно, держа плакат в руках. И, кстати, здесь это было саду, никому не мешало. Это поведение, оно прозорное. Руководители цивилизационных стран должны перестать пожать руку Путину. Рука фашистов не жмется. Это результат после 17 лет правления страной Путиным. Есть другой результат. Это обнищание народа и разрушение экономики. Герой.
прошу, мои друзья, все время публикуют, что то видео, что видели. Когда сажают мирных людей, которые стоят в защите политзаключенных. Тем более при такой погоне. Сейчас мы на улице Петровки. Наши четыре друзья, которые еще на свободе, они пошли скрываться, а мы верой идем поведем. Узнать новости о задержании. Мои друзья, пока я стою перед отделением милиции, я вам скажу некоторые слова. Сегодня в путинской России есть сколько политзеков, сколько было при Андропове. Сейчас можно получить срок на несколько лет за просто перепост по интернету. Есть сколько было при Андропове, но сроки, они сталинские.
потому что срок, они 20 и 22 года. Один пример — это режиссер украинский Олег Сенцов. Крымские татары, которые не хотят быть русским, потому что они живут в украинской Крыме, и они крымские татары, они получают сроки 15-18 лет. Все политические и религиозные организации крымских татар, они запрещены. За членство к этим организациям срок — это 15-18 лет. Это ужасно. Это имело, что было при Сталине. И после 17 лет Путина снова мы вернулись к самым мрачным временам прошлого века. Люди, здесь я разговариваю, люди, они устрашены. Это понятно, когда получают, вы видели, когда только за то, что не сказали некоторые слова, держали плакаты, группы, люди задержаны и могут получать несколько лет тюрьмы, это конечно, люди, они устрашены. Это приведет к тому, что если эмиграция из России, это каждый год, это 350 тысяч русских, которые покидают Россию, потому что здесь это страшно жить. Поэтому стойте на стороне русских демократов. Они спасут вас. Фашистский режим, путинский фашистский режим в России, он ничего не принесет и самой России, и самой Европе. Вы знаете, что было фашизмами в Европе в прошлом веке? Это было беженцы, это было войны, это было ужас. И один раз мы поняли, дестабилизация одной страны фашизмом может дестабилизировать всю Европу. Поэтому будьте солидарными русскими демократами. И передайте, что здесь творится. Что творится здесь? Это не пропаганда Russian Today или Спутник. Что творится, это что вы видели здесь. И за то, что я передал эту такую прямую информацию, ФСБ покушается на мою жизнь, потому что они хотят сделать такие гадости без свидетелей, и я им мешаю. Они хотят справиться с этими ребятами без никакого свидетеля. Сейчас я подожду некоторое время. Я думаю, что Маша выйдет туда, и Вера, и мы узнаем подробнее. Pendant que je suis ici, je vais parler français avec les amis français qui nous regardent. Nous sommes ici au centre de Moscou et des activistes avaient décidé de faire une action pour soutenir les prisonniers politiques, les prisonniers politiques du régime de Poutine. Alors, aujourd'hui, il y a autant de prisonniers politiques qu'à l'époque d'Andropov. Vous vous rappelez, Andropov était directeur du KGB. Il est devenu dirigeant du pays. Il y a une similitude avec Poutine. Poutine était directeur du KGB et il est devenu également président du pays. Et ce sont les mêmes méthodes qu'à l'époque soviétique. Il s'agit de la répression, de la propagande. Un régime policier qui gère le pays en effrayant les gens.
et des procédés pour effrayer les gens, vous venez de les voir. Ces personnes-là que j'ai vues, ce sont des personnes très sympathiques d'ailleurs, je les connais, et tout à fait pacifiques. Et c'est uniquement par bon cœur qu'elles soutiennent les prisonniers. D'abord, elles se sont prononcées quelque temps auparavant contre la torture, parce qu'on torture dans les prisons russes, on torture massivement. Et elles se prononcent pour la libération des prisonniers politiques, des Tatars de Crimée, des Ukrainiens, comme Oleg Sentsov, et d'autres, et ensuite les activistes, leurs amis, qui sont arrêtés et sont condamnés à de la prison, et ensuite qui subissent des tortures en prison. Alors ces personnes-là sont intervenues d'une manière tout à fait pacifique, dans un parc où il n'y avait personne. D'ailleurs avec cette pluie, il n'y avait personne, effectivement, elle ne gênait personne. Et dès que la police a su très rapidement qu'elle manifestait leur opinion, elles ont été immédiatement arrêtées. Et elles sont actuellement au poste de police. Donc là, on va leur écrire, on va leur faire un procès verbal. Elles passeront en jugement, elles seront condamnées à des amendes ou à de la prison. Et ensuite, un procès verbal d'une infraction administrative. Et l'article de loi 212.1 dit que la quatrième... La quatrième infraction administrative, automatiquement, sans délit nouveau, donc il n'y a pas de changement de caractère dans les faits, elle se transforme en délit pénal qui est puni de 5 ans de prison. C'est la loi qu'a fait Poutine. Effectivement, ces personnes-là, certaines j'en connais, elles sont déjà à leur quatrième infraction administrative et elles risquent 5 ans de prison. Tout simplement parce qu'elles ont dit l'opinion. Parce qu'ici, il faut la fermer. Il faut se taire. Et il faut, pour survivre dans ce pays fasciste, il faut reprendre les habitudes de l'époque soviétique et qui ont fait leur preuve. Les personnes qui se sont adaptées au système pour survivre, qui ont su se taire, qui ont su se cacher, ils ont transformé leur personnalité. On appelle ça des sovoks. Et aujourd'hui, il faut redevenir sovok pour survivre sous le régime de Poutine. Et bien sûr, cela n'est pas donné à tout le monde. D'abord à moi, parce que je ne suis pas sovok, j'ai été socialisé en France et en Europe, donc j'ai appris le russe pour parler, et je ne vais surtout pas me faire. Et d'autant plus que ce que je vois, ce n'est pas la Russie. La Russie, c'est tout à fait autre chose pour moi. Et ensuite, il y a la jeune génération qui a été élevée, qui ne connaît que le régime de Poutine et qui veut vivre libre, qui a déjà voyagé en Europe, certains ont voyagé en Europe, ils sont à Internet, ils ne regardent plus la télévision, c'est le bourrage de crâne, on ne peut plus. Et donc, le régime de Poutine s'est refoulé les gens, s'est refoulé les gens, pour qu'ils se refoulent eux-mêmes à l'intérieur, pour qu'ils arrêtent de penser, pour qu'ils se taisent et pour qu'ils se cachent. Et ça, c'est une raison de la chute de la Russie. D'abord de la chute culturelle et technique. Alors technique, je peux vous le montrer de suite, on va retourner la caméra. Vous ne voyez pas un véhicule russe. Excusez-moi. Vera est ressortie, on va lui demander des nouvelles. Добрый день, Вера. Добрый вечер. Добрый, конечно, да, не очень хорошо. Расскажите нам, что вы узнали. Ну, они сидят там на третьем этаже, и пока ничего не происходит.
Я позвонила в ОВД инфо. Да. Я назвала фамилию, кого заплатили. Да. Вот. Пока вот таким образом. И ждем, что дальше. Да. Я у них спросила, я говорю, тут вот граждан почему-то на бульваре заплатили. Да. Alors, что меня пугает? Ну, меня не стали туда забирать почему-то. Вот, кстати, да. Идет, который должен был меня забрать, и не забрал. Но что меня пугает, что я видел сейчас, это делается каждый день по всей России. Да. По всей России. Эти задержания, они постоянно. Это постоянно, да. Ну, вот меня почему-то тащить не стали, хотя, в общем... Я уже как бы ничего не имела против. Добровольно я не пойду. Вот. А тащить меня не стали. Но я пришла своими ногами. Вот и все. И жду, что дальше. Хорошо. Там четыре человека. Вот четверо. Они задержали четырех. Четырех, да. Bon, мы будем ждать здесь и узнать, ну, какие пока новости. Ждем, да. Да. Спасибо, Вера. Да, секунду. Это Татьяна Илюшникова, Татьяна Тарвер, Ирина Епифановская и Елена Захарова. Да. Вот, я, кажется, не перепутала ничего. Да, это значит, что эти отважные полицейские арестовали четырех слабых женщин. Да. Это подвиг. А, и, да, это вот, подвиг. Да. Мы с Машей Ребиковой, к ним в машину не попали. Маша Ребикова пошла за водой для узников. Да, вот да. Ждем, что дальше. Да. Alors, что я видел там, они держали европейский флаг. Ну, конечно. Европейский флаг. И, конечно, в Европе таких зрелищ нет. Естественно, я держала европейский флаг. Да. Это для них как красная тряпка для быка. Да, да, да. Да, вот, европейский да. флаг. Это же экстремистский флаг, видимо, в их представлении. Да. Ну, вот, поэтому мы здесь, вот по околоткам, прогуливаемся в летнее время. Такие вот пироги. Спасибо, Вера. День политзека отмечаем да. полиции. Да. Вот, но мы успели, в общем, сказать то, что хотели. Да. Провели наш пикет. Вот плохо, что по всем скверам сидят шпики, сексоты. Которые да. информируют полицию, когда видят граждан с флагами и с плакатами. Сейчас да. даже одиночные пикеты, я так поняла, проводить нельзя. Да, да. В связи с чемпионатом, кажется, что да. там у них происходит. Ничего нельзя. Да, да. Я благодарю вас, Вера. Всего доброго. До свидания. Да. Так, Вера, там они меня туда не стали забирать. Тогда, мои друзья, мы стоим здесь, ждем новости. И как получим, сразу включим прямой эфир. До скорого. Спасибо большое.